Уважаемые саровчане, вы знаете, что 30 марта губернатор Нижегородской области подписал указ о введении режима самоизоляции. Я прошу вас соблюдать все те правила, которые изложены в указе, для того, чтобы не подвергать себя риску заражения и не подвергать себя административной ответственности, поскольку меры сегодня принимаются беспрецедентные. Кроме того, сообщаю вам, что сегодня на оперативном штабе, который я возглавляю, принято решение об уточнении порядка въезда и выезда в город Саров. В частности, все владельцы временных пропусков, списки, разовые пропуска, необходимо будет заново подавать свои заявления для того, чтобы уточнить необходимость въезда в город Саров. По владельцам зональных пропусков ограничения будут касаться тех, кто находится на карантине. И это абсолютно правильное решение, поскольку сегодня Государственная Дума приняла в третьем чтении закон об уголовной ответственности тем, кто нарушает карантин. Прошу вас изучить эти материалы, следить за теми информационными материалами, которые публикуются на официальном портале городской администрации. Будьте бдительны, будьте внимательны, берегите себя.